Многие из вас задаются вопросом, для чего нужен сертификат. Вот вам наглядный пример. День рождения моего друга. А это может быть и годовщина свадьбы, 8 марта, 23 февраля, День Святого Валентина или любое другое событие в вашей жизни или жизни ваших друзей. Вот такой вариантик мы вручаем имениннику. Он давно у нас хотел поучаствовать. Ура! Сертификатное участие в нашей игре. Твое желание сбылось. На одного человека или на двоих? На одного. Дополнение. Сибирского здоровья тебе. Море счастья. Океан любви. Да. И достатка в семье, чтоб стол всегда был полный. И дети не так. И смотри в этом океане, смотри, не утонешь.